Вот уже более 30 лет Еладамский приборный завод является одним из ведущих отечественных предприятий. Вся его продукция сертифицирована по международному стандарту и прошла полный цикл медицинских испытаний. Приборный завод выпускает более 10 видов физиотерапевтических аппаратов. Все они представлены в магазине «Медтехника» и в аптеке «Адонис». Серия уникальных приборов способствует быстрому, а главное – качественному лечению многих заболеваний. Так, например, «Носогрей Кофея» станет хорошим домашним лором. Прибор «Теплон» поможет при болезни органов дыхания и слуха. Мовит необходим мужчинам для лечения деликатных болезней. А вот для быстрого и эффективного снятия боли в органах опорно-двигательного аппарата специалисты советуют покупать приборы Алмак. Аппарат Алмак 01 применяется при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Да, прямо на территории там. Сердечно-сосудистой системы. Болезни внутренних органов. И периферической нервной системы. Вылечить более полусотни различных заболеваний в домашних условиях вполне реально. Уникальные медицинские приборы просты в применении. Аппараты Алмак-01 и Алмак-02 безопасны и способны восстановить кровообращение благодаря магнитному полю. Оно оказывает воздействие на пациента с частотой, близкой к биоритмам органов и систем. Приборы Алмак способны усилить кровообращение в месте воздействия на 300%. Длительное применение аппаратов магнитотерапии позволяет проводить лечение широкого спектра заболеваний. Алмак-01 применяется при остеохондрозе, артритах, артрозах различных суставов, гипертонии, варикозе и многих других заболеваниях. А Алмак-02 – это усовершенствованная модель Алмага-01 и применяется при лечении более тяжелых заболеваний, таких как корсартроз, гонартроз, лимфостаз, лимфатический отек, тромбоз и многие другие заболевания. Выставка-продажа пройдет с 21 по 23 августа. Приобрести продукцию по заводским ценам можно в специализированном магазине «Медтехника» по адресу Конституции 44/1, остановка ЦАРМ, и в аптеке «Адонис» по улице Рост, 14. Всем покупателям скидки. Татьяна Нагорская, Борис Осин, телекомпания ФКТ.